Следующий день. Сегодня мерзко. Вчера половили судачков, щучек, сегодня продолжаем. Вот, сразу. Для тех, кто, как всегда, задает вопрос, на что ловили. Единственная палка – это Спайкер 2-742H с тестом 16-75. Мне хватает его для всего. И щучку на медлячке 16 грамм, и подвечить, и, соответственно, вот судака ловит, например, там 44-40 грамм головы. Вот одной палкой я закрываю всю чебоксарскую рыбалку сейчас и здесь. В принципе, доволен. Сейчас посмотрим, что будет по результатам. Стали на крокодила. А, нет, там вроде нормально крючок. Как хорошо. Эх ты, эх ты. 17. А сачка-то нету. Сачка нету. Другая играть будет, что делать? За хвост. Бери. Фу. Скажи, пожалуйста, фу. Промазал, блин. Да это же по грилу. Возьми нормально. А я думаю, что он как странно дергается. Во! О, багрил ты! Гущин сказал, раз, говорит, хвост оторвало, то клевать не будет. Я такого не говорил, не ври. А он клюнул, а он и не клюнул. Ну, он в рот и не взял. Он и не взял. Фу на тебя, фу, ну два да, раза. Вот бывает. Багрила проклятая. Промахнулся судачок. А бывает только, да? Да, а мы его по, а морде, по морде чайником. А он его зажег. На поролон без хвоста судак клюет не ртом, совсем другим местом. Таким не скажу. Саня, у меня есть один большой, как бы, плюс из этой рыбалки. Я заметил, чем хреновее погода, тем лучше клюет. Но что-то пока этого нет. Как грамотные рыбаки говорят, клюет вчера, завтра и вон там подальше. 40 грамм. Облегчусь чуть-чуть. Да, Санечка, желтенький не взял с собой? Правильно, правильно, зелененького червя ставишь. Правильно. Погодка как раз для флуоресцентной приманки. Ты же молодец. Ты с собой не взял ни оранжевых червячков, ни желтых. Нет, нет, я их не взял в правильном размере. Ну да, а что бери? А в другом размере есть. Нет, другой размер оставь себе. То есть правильные спиннингисты ловят на правильный размер червей, на самых больших. Это за рыбой же, за рыбой же мы за крупной приехали. И приманки на нее должны быть крупные. В общем так, сегодня погода поменялась, судак клюет вяло. Скорее всего, стоит весь в корягах. Вот сейчас мы будем просто ходить, смотреть и искать конкретно большие красивые коряшки, где он может съесть. Леща мы нашли, но из-под леща ничего вообще сегодня не клюнуло. Смена погоды. Вот сейчас посмотрим, что к чему. А что мы посмотрим? Сейчас Саша стопурно клюет. Посмотрим только так. Вон они, твои коряги. Вот они, мои коряги. У нас всего лишь 10. 10 нам мало. А это козырек. Козырек. Коряж. Это рельеф. Ну, давай. Вот можно на этом рельефе встать. И у него, видишь, какой рельеф интересный. Сюда вот это сюда точно надо отметить. Выше, так не упусти. Знаешь, конечно. А что, слил? Кто? Ты слил. Ты слил, Саша.
Почку вчера. Не дергай палкой, когда я поднимаю. Ты же у меня из руки его вытираешь, Сашка. Хорошо. Толщика. Да. Настолько злая поклевка, что аж червяка разодрал. Прям в клочья. Под лещом, как положено. У коряшки. Хороший красавчик. Хороший. Вот в чем большое преимущество сменного поролона, то что его очень быстро можно заменить и продолжить рыбалку, пока клюет. Как обычную силиконовую приманку. Вот Кирилл тоже что-то подцепил. Не знаю, то ли подгранул, то ли подвис. Удар не был. Раз, все. Подгранул, похоже. Быстро, эффективно. Ага. И опять ловлю. Нет, смотри. Нет. О, честно в рот. Честно в рот. Да. Еще так. Это Гущин на кастомную приманку ловит. Да. Он из поролонового червяка левша НН сделал поролоновый огрызок. И ловит на него. Да, длина, покороче надо. Не знаю, у меня довольно длинный. Вот он, смотри. Судак кончился, начался берж. Ну, неплохой берж-то так вот. Ну, да. Ну, так, да. Хотелось бы, конечно, килошного. Здесь ну, таких здесь есть. Бывает в количестве. Ну, здесь есть. А, да. Вон он идет. Вот. Вот она, килошечка. Да. Красавчик, бодренький, поклевочка уверенная такая, пам, класс. Вот за это мы и любим осеннюю рыбалку. С судака поклевки жесткие, злые, прямо в пятку, как говорят. Хороший, хороший сидит. Ты тут одно время даже сдвигаться не хотел. Сегодня что-то явно судачок поинтереснее проскакивает. Гущин сегодня на подсаке. Вернее, с руками. Потому что подсак мы вчера утопили. Давай, нежно. Хорош. Вот это да. Держи, держи, держи. Хорошо взял. Держу, держу, держу. Мою тебя. Вот это да! Тик-так, не бери, убьешь! Убьешь! Все, убьешь! Так, фоточку. Саш, ну. Зачет! Это очень зачет. Это прям вот зачет, зачет. Прям возьму я его вот так вот. Давай. Вот это вот. Это вот. Вот это да. Вот за ними мы сюда и ехали. Прямо. Ох! Красавчик. Да, у меня пока такого нет. Слушай, ну уверенный пятерка. Да, да, пятерочка уверенная. Уверенный. Больше даже. Сейчас больше мы его освободим и аккуратненько отпустим. Друзья, вот такие судачки самые хорошие производители. У них много икры, она крупная и здоровая. Давайте выпускать трофейную рыбу для того, чтобы и она потом нас еще поклевками радовала и помогала приносить приплод. Давайте отпустим этого прекрасного судачка. Уже не вижу. Ай-яй-яй-яй. Ну-ну-ну-ну. Пошел, 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 пошел. А, красава. Красава, пошел.
Слава богу, у нас получилось его откачать. Мы после недолгой фотосессии постарались его как можно быстрее отпустить. И он минут 7 я его покачал. И он красиво ушел к себе домой. Счастья ему. И попасться еще раз мне потом лет через 5. Ну, это мои хотелки, конечно. Друзья, пойманный вот этот судачок, мы его не стали взвешивать, потому что сачок у нас утонул, а взвешивать его за губу неэстетично, и ну, повредится еще судак, то сложнее будет его откачивать. Поэтому мы с общим согласием взвешивать не стали, отпустили его так, но сошлись на том, что он где-то за 6. Что очень понравилось, я поднимал его с 17 метров аккуратненько. Крючок был зацеплен за самую кожицу, и палочка, вот, которая у меня в руках, отработала просто чудесно, я прям в восторге. Кирилл дал мне попробовать половить свой инструмент, Experience новый, 1552. Палка вяжет рыбу замечательно, я уже на нее ни одного судака достал, мне очень нравится. Завидуйте молча. Да. Очень вкусно. Снаружи идет дождь. Мы сидим. Мерзко. Мы сидим под крышей. На нас не каплет. И мы можем в спокойной обстановке вкушать отличный рассольник, который добавляет бодрости и другого настроения. Потому что последние, ну, наверное, часа полтора поклевок нет. И мы уже успели соскучиться. Вот. Привернулись мы назад, где ловили судака. Сейчас покушаем. И думаю, что кого-нибудь еще поймаем. Ну, а даже если не поймаем, то, в принципе, день уже у нас сегодня состоялся. Ничего бы он не состоялся. Под шестерню завали судачка. Или шестерню. А может и больше. Просто стоялся. Он же вообще трофей для Чебоксарки. Ну, это реально трофей. Уже. К сожалению. К сожалению, да. Ну, настоящее мясо дали. Хорошо. Судачок с 18-ки. Под жабры возьми его. Понятно. И подними, и сама головка вылетит. Его просто вверх надо поднять. Я же вижу, он там зубами стоит. Вижу. Куда ножка? Ты, собака страшная. О, червячок. Сколько, Саня, 12? 12. 12. Окраска флуоресцентная. Желтый флуоресцент. На самом деле, вот что-то сегодня, вообще вот эти дни, почему-то клюет на яркие цвета. Желтый, оранжевый. Вот, и желательно флюрик. При этом глубина там 17 метров. Теоретически желтый вообще не виден. Ну вот хочет его. Темный вообще не хочет клевать на темные цвета. Угол, Сань. Надо туда тать и проверить. And now, twitching time. Пора за щукой. И кстати, у нас тут немножко весело с погодой стало. Ветерочек такой фоновый, метров 12. Вот. А щука ловится, как вы знаете, не на глубине большой. И тяжелые веса под жигу там просто не применишь. Поэтому, когда такой сильный ветер, единственная возможность что-то реально поймать, это твичинг. Санечка, ты воблер-то взял? А я попробую опровергнуть этот момент. Ну,
Нормально. Сколько? Ну, трешница побольше может. А может и не трешница. Даже так? Да. Чуть поменьше, чем моя вчера. Ну, да. Не, как у меня вчера. Держи. В общем, да. Мы на очередной точке, и пока Кирилл пытается соблазнить таких красавиц воблером, я на джиг поймал буквально со второго заброса. Прекрасный экземплярчик, ну, килограммчика 3,5, наверное. Вот. И... Сейчас достанем. Ну, там вот... Приманочка там глубоко сидит. Сейчас я возьму. Так. В 9-сантиметровый аниматор. Имитация бычка. Одна из самых работающих в последнее время приманок. Вот на такую приманочку она и клюнула. Красавица. Она снизу, видишь, подцеплась на лук. Атаковала и на лук. Вот, снизу лук. Вот такая же. Немножечко, да? Побольше. Чуть-чуть. Ну, попробуй. Слушай, блин, а надо было лук на этом взвесить. Взвесь. Потом как-нибудь следующий. На тебе ее. О! Во как впорола. Так. Ну 4. Ну подумаешь, господи, ну 4. Ну вчера же побольше у меня было. Угу. В общем, короткое резюме. Мы еще ловить не закончили, но вот я сейчас приехал сюда на Чебоксарку к Сашке в тот момент, когда клюет и на джиг, и на твич. Вот когда мы приезжали позже, да, рыба была покрупнее, ее было меньше по количеству, но клевал он тот на твич, чисто. Сашка в прошлом году расстраивался. Вот, в этом году больше, наверное, расстраиваюсь я, потому что этот судаком мне не прет, а вот джиг и твич ловят примерно одинаково. Вот сейчас он поймал примерно там тоже там, 3,5-4. У меня вот это вот чуть меньше 4 щука. Ну, в принципе, вот вчера тоже поймали. Ну, вот хотим другую, на самом деле. Это для нас так, маленькая. Но будет или нет другая, мы пока не знаем. Будем стараться. Что найдем там щуку. Ну, походу мы пришли куда хотели. Вот, мне кажется, такой нелег. Ну, мелководье есть. Меньше метра. Сколько? Меньше метра. 70? Ну, 80 пока. Ну там мельче будет. Там мельче будет. Как раз я думаю, это что-то типа того, что надо. Сейчас несколько прям конкретных щучек точек, ни одной поклевки, щука мертвая. И вот нам позвонили друзья и сказали, что они вчера очень хорошо отловились на
дичайшем мелике от 30 до 50 сантиметров. Причем это должны быть какие-нибудь затопленные озера и вот в самом-самом краю глухом. Вот. Мы пару таких мест знаем, но вот сейчас на одно зайдем, попробуем. Потому что, ну что, судачка мы, конечно, не поймали, но щуки ни одной. Причем там, где она гарантированно есть, питается там и прочее, прочее. Вот сейчас пойдем в конец залива, озеро затоплено, скажем так, и попробуем. Пойдем по тот, там есть глухие? Я не знаю. Берег сам глухой. Другой вопрос, вот там мелко или не мелко? Нам же надо найти мелко. Хотя вроде есть там мелко. Есть, есть, там есть. Ну давай попробуем, выйдем туда. Давай попробуем. Да, 50. Трофейная щука. Мы стоим на трофейной щучке, точка. Судак. Еще и мелкий, 2,5 максимум. Еще и в пиявках. Еще один. Опять нас пудастый друг. Опять его снимать перчатки. Фантастика какая-то. На щучьей точке у нас клюет судак. Здесь, конечно, это уже было неоднократно. Но, тем не менее, не каждый раз. Вот. На воблер, судак, на лонгбилл. Где-то метров, наверное, на 4-5 на свале. Собственно говоря, на этом все. Вечер. Наша трехдневная эпопея на Чебоксарке в очередной раз завершилась. Но домой мы не поедем. Следующий пункт назначения – это Саратовская область, город Вольск. Туда мы поедем сейчас, вот завтра прям с утра, ловить, пытаться хорошего крупного судака. Здесь нас преследовал судак всю дорогу. Щуки почти не было. Там сколько мы поехали? 5 точек. Ну да, наверное. За 3 дня 5 щук. Ну это ужас просто. Вот, может чуть больше. Вот. Посмотрим, что будет там. Там мы будем пытаться ловить судака. Вот кто нас будет преследовать там, я не знаю. Может быть, даже никто. Вот. Так что да. С трофеями у нас Сашка трофеился. Потому что здесь такой судак, это трофей однозначный. А вот по щуке что-то по пока щуке, никак. Да, как-то жиденько. Никак. Жиденько. Наверное, позже. Но позже я уже сюда приеду один, к друзьям, на закрытие сезона. И, надеюсь, свою десяточку я возьму. А может и нет. Все, всем пока. Главное, мою не возьми, оставь для меня. Увидимся в следующий раз на какой-нибудь другой воде. Все, а вы домой. На базу. Пока.